My job is I'm playing as a solo viola. A solo gaboy. From the viola group first, that they expect me as a, first of all, very stable leader, let's say, and can play good solo, and can lead them when they're having trouble. The most important thing for them, I guess, it's just about to have Dumbo and Apple. Мы не должны, конечно, вести группу, но часто мы ведем оркестр. Все-таки соло гобой или соло флейт – это... Это очень важные солирующие партии. Если они не на должном уровне, то все страдает от этого. Да. И наоборот тоже. Я думаю, что солисты могут вытянуть хороший концерт, если, например, плохой дирижер. Но музыканты все равно хорошо играют, то оркестр будет как-то будет эти играть. Lay back, in a way. Lay back. And being low key, you know, and low profile. I see them as a family member. That's how I gather them together, not like trying to lead them, say, I'm a leader, you have to follow me what I do, and that won't work at all, yeah. Because that's, you know, we are all human beings, we wanna make it each other comfortable, yeah. In the rehearsal and in the concert, right? Said Albert Mayer на репетиции, там сказал, что самое сложное, одно из самых сложных в карьере гобоиста – это давать ля. Когда ты даешь ля, я не знаю, это какая-то ответственность, потому что ты это начало концерта, это первый звук, который публика слышит. Самое подлое, это когда солисты, скрипачи просят ля между первой и второй частью. Я таких музыкантов ненавижу. Потому что дать ля после первой части, вот это самое сложное. То есть, если тебя попросит солист дать ля, ты ему даешь что-то похожее на си-бемоль, это позор. In this case, I will try to make the conductor's idea. I mean, you know, if it's suit for me, yeah, then I will try to make it. Okay. But if it's really not able to make it, then I have to really suffer and, in the rehearsal. But in a concert, I would do my own, you know. I mean, come on. I mean, we have to be comfortable with the music to play it, you know? I mean, then the public will be feel happy. Что, я играю всегда, как я играю. Я не думаю. Но я понимаю, что я должен быть всегда убедителен. Но он знаменитый или он признанный. Мой опыт маленький показывает, что если ты играешь, и ты попробуешь играть, как он хочет, в 99 случаях ты вообще поймешь, почему. Когда меня просил такой важный дирижер, и я думал, почему, я играл как он, и потом я понимал, а, окей, да, вообще клево. I think for me music is in general the big big families, you know, and there's classical, there's jazz, and there's rock. There's a lot of stuff. For me, I always want to play every kind of music. It's not only about being a soloist, but also not being an orchestra musician, but not being a chamber musician, but I want to learn music for my own life. Yeah. So when I see the play in the orchestra now, and I'm learning my experience about how so many repertoires each time with the different conductors. То ли я играл Малер третью симфонию, или я играл какое-то, в общем, я играл какое-то важное произведение. И я подумал в тот момент, во время концерта, что я играю, и что это очень сложно, что это тяжелая профессия. И что сейчас мне хватает и таланта, и работы, и подготовки, чтобы это играть на должном уровне. Как я считаю, должен играть гобоист это произведение в данном оркестре. Если я буду чувствовать, что я не могу от себя ожидать того уровня, который я хочу от себя иметь, то я считаю, что честнее уйти из этого оркестра. В втором гобое играть не проще, чем на первом. Потому что у тебя просто другие сложности. Тебе нужно играть низкие ноты, ты должен играть их тихо, и это тоже сложно. Conductor is, I'm not a conductor myself, but I wish the conductor could lead giving us the character of the piece.
giving us energy and have eye contact with each instrument when they come in the piece. And I found that is very important for me to see a conductor, to have a communication as a human being way to with us together. Yeah? And then in the meantime, leading us when we need it. For example, there's a melody over there going on and we have a pizzicato right here. And that's the point we need the help from the conductor. But of course, I can also lead, but you know, when I lead, it's only for probably second or third stand they can see me, but fifth stand, sixth stand, they can't see me at all. Yeah. So what we do, then they can only see me. So what we wish is that when the conductor is there, they could, I mean, I know it's a hard job, but you know, but they are doing so well already, so I don't complain. I just expect some guy who giving us the good energy, yeah, positive energy. Музыкальные идеи, музыкальное знание, музыкальная интуиция. Но это самое сложное. Очень много дирижеров хороших, знаменитых, но они абсолютно пустые. Они хорошо дирижируют, но они ничего не приносят нового. Если перед тобой не музыкант, но он красиво машет, будет вместе. Будет очень вместе. I have a big solo and the conductor said, I'm sorry that it's too loud. But you know, I mean, I say, we are playing for the big hall, right? Okay, in front of, exactly and where I sit was in front of the conductor. So what he or she heard me play and it's too loud in front of him or her. But you know, we are playing for the hall, you know, big hall. Huh? So for my idea, I would just play being free, of course. But don't tell your husband for that. Too late. Okay. Дирижер Яп фон Цвейден. Говорит, интонация у всех плохая. То есть всегда у всех будут проблемы с интонацией. Лучшие – это те, которые быстрее всех меняют. Качество – это если что-то произошло, ты быстро можешь среагировать. Привет, Япу. Beethoven 5, zweiter Satz, down up or down. Depends on cello. If they're not happy about violas, then we're going to follow them. But if they're happy about our bowing, then they have to follow us. But yeah, that's upbeat still. Upbeat. В чем различие между струнных концертмейстеров и духовых концертмейстеров? Мы меньше зарабатываем денег.